Здравствуйте, добрый вечер, Люди. Вот я тут подыскал колес немного. Вот эти колеса у меня от Урала, как бы сказать, марка 1400-200 OE-25. И они, это резина, как бы сказать, омская. Омская резина, она тонкая. Она, можно сказать, чуть не наполовину тонче, чем вот сейчас. Эту резину надо обдирать, как говорится, в пучок, где проволока. Если ободрать межпучковую, то остается там два слоя ниток, и она как бы развалится быстро. И вот сейчас буду ее пробовать обдирать. Сперва пучок сейчас выдернем, потом посмотрим, как разделить. Ну, конечно, сейчас попробую, что куда деваться, потому что сейчас с колесом очень проблема. Не то, что проблема, даже невозможно найти их. Расхватывают сразу, если скоро-то работает, спрашиваешь, колеса есть? Нету, все сразу. Все уже, как бы сказать, на расхват идет. Мода пошла на это, вездеходы. Все пытаются колеса добрать или ободрать, или кому-нибудь на обдирку отдать. Небольшой запасик появился, там несколько колес, пару комплектов. И вот сейчас пока времени хватает вроде. Буду сейчас ее обдирать. Сейчас в первую очередь будем все корпус вырежем и проволоку выдрать, первый слой. Так, вот если хотите по корпусу обрезать, надо там вот эти камни, я обрезаю вот так вот, подрезаю. А омскую я эти подрезаю вот так. Чем-то учиться. Видите, тут уже толще. Вот так вот примерно. Видим, здесь не дорезал. Там дорежем. Значит, где тут еще три. Что-то нож тупо, немного резал ты. Перчатки иди. Это перчатки. Вот так. Задрался, конечно, много. Надо одну проволочку зацепить пора. Легче не делай. Одной проволочкой прорвать все. Вот на одной проволочке берем. Где-то прорезал, одно это прорезал. Можно по одной собирать. Сейчас там. Протереться так. Будет легко. Так, можно сейчас весь пучок выдрать, наверное.
где у меня инструмент? Сейчас проволоку выдержали, сейчас надо подниматься туда. Вот видите, там все рваться начало. Сейчас я ножи, потому что надо вот так. Лучше бы я. Первый вырвать. Пойдем, потом пойдет. Слой появляется, но сейчас мы его просто ставим на крюки. Так вот, следующий вот здесь.
все пойдет нормально. Убираю один слой, а то это там шестислойная выйдет. Тут дыра на столе. Сейчас зацеплюсь, ребенка приготовлю. Вот так вот, ребеточки, подтираем его. Само рвется. Первый круг у нас. Потом пойдет как по поезженной дорожке. Главное настроиться, как все будет. Сейчас сцепление сделать нормально. Тогда будет нормально обдирать можно. Сегодня так мало. Самое обычно сложно это разделить его. Сила попробую. И все, как отделяться ровно. Вот такое колесико у меня получается. С одной стороны как бы нормально вроде, но протектор остается вообще ни о чем. Протектор очень маленький, как бы что не за колесо, может еще бы слой обдирать надо. И, ну, как его поймать, этот слой, неизвестно. Если делить пополам, то вообще там ничего не останется. А так этот протектор больно. Мало. Ну, сантиметр остается, может меньше даже. Все равно кто-то спрашивает, омские колеса, потому что сортов каких-то, вот я много не ободрал колес, и уже сортов всяких попадают. И камовая попадает тонкая какая-то. Вот я обдирал, вот колесо у меня стоит. И ИП-184, один что-то, потом еще что-то, один было, что-то какие-то цифры. Станок должен, наверное, бы обдирать. И меч пучков тонковато получается. И эти пучок, ну, как в проволоку обдирать, толстовато получается. Ну, предпоставляется у нас к каждому колесу. Вот. Так что пробую, еще обдираю, еще как бы эти колеса куда-нибудь, может, все равно пойду. Вот, решил, думаю, там есть у меня колеса нормальные, думаю, дай-ка такое колесо попало, не первый раз такие колеса. Дай попробую их поддирать, как они будут себя вести. Тонко. Ну, так они остается это нормально. Выгоньки все было тонко, протектор. Только протектор будет маленький. Так что ладно, если сегодня хватит, по одной стороны ободрал, надо лебедку электрическую туда будет. Быстро с лебедкой долго идут тянуть, слабовато как бы, но чуть не надо, надо все постоянно. Тут такую слабину иметь, как бы не туго и не слабо, иначе она прорвется. Я, конечно, не специалист, но пробуем, учимся. Надо на чем-то учиться. Обдирать, конечно, ободрал. Немало и немного колес уже, несколько комплектов ободрал. Уже немного, как бы сказать, опыт уже нарабатывался, но еще такой, как бы. Ну, не очень такой, что тут раз на раз. Ну, и спеша так сделать можно. Так что, ладно, всем пока, до новых встреч. Интересно, вроде что-то было, как бы сказать, металлолом. Сейчас
Погода стоит холодная, на пасеку. И вообще смысла нет. Погода сейчас, сегодня ночью опять говорят, что было плюс один. Что такое с погодой будет? Ужасно совсем непонятно. Так что всем пока, до новых встреч.